Кривой детский психоневрологический санаторий. Ежегодно комплексную реабилитацию здесь проходит порядка 1500 детей с различными патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В гости к сегодняшним подопечным накануне Дня защиты детей приехали герои любимых сказок. В первую очередь яркие эмоции, впечатления и память о санатории. Доставлять незабываемые эмоции стало доброй традицией для Российского детского фонда и социально ориентированных местных компаний. Так, совместно с одним из комбинатов по производству молочной продукции, фонд уже много лет подряд поздравляет маленьких пациентов санатория с Днем защиты детей в рамках проекта «Заботы о будущем». Для юных постояльцев организуют яркие представления, дарят им вкусные, а главное – полезные подарки. Несколько раз сюда привозили подобные программы. Всегда они проходят с большим успехом. Яркие, красивые, интересные. Ребятишки их очень любят. И, конечно же, такой очень важный момент, когда дети еще получают вкусные, полезные угощения. Я думаю, детям очень понравилось, и такие праздники нужны, потому что некоторые здесь живут по 21 день, и многие приезжают с деревень, и дети в деревнях не видят того, что дети видят в городе, и не у всех есть финансовая возможность вывозить детей в город. Все любят праздники, но для детей с ограниченными возможностями здоровья такие события важны вдвойне. Наряду с воспитательными и развлекательными целями, они помогают снять эмоциональную напряженность и способствуют развитию творческого потенциала. Он был крепок и духом, и силой, и в боях поражений не знал. Для детей богатырь он былинный, а для взрослых легендой стал. Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком.